Hope you're ready for the next episode. It's the one and only DJ Hawkey. Приехал сам из Узбекистана. Отсюда далеко это находится? Где мы находимся сейчас? Около 10 километров. Понятно. Здесь 13 выйдет. Как жизнь вообще в Ташкенте? Ну, раньше хорошо было. Сейчас тоже хорошо. У кого денег много. Хшнеме, йо, оле, хамасы. Манге йохты, тозу, коз, масасы. Массы, келди, шериятки, келли, давосы. Сока, кылыши, бельмасен, каны, укши, маносы. Ну что, друзья мои, всем доброе утро. На часах 5 часов утра, не спавшие уже третьи сутки, наконец-таки добрался в гостишку. Андрюха выполняет твою работу по хатам. Небольшой номерок с балкончиком, с телевизором. Смотрим, что здесь. Свежее узбекское утро. Такой милый балкончик. Такой милый алкейчик. Посмотрим, что в святая святых этой квартиры. Все, как и ожидалось. Ну а теперь спать. Доброе утро, друзья мои. Первый день в Узбекистане, в Ташкенте. Моя гостишка в частном секторе находится недалеко от аэропорта. Такой вот энтранс, гаражик, а-ля парковочка. Получилось немножко поспать. Настроение уже бодренькое, поэтому идем гулять. Салют, салют! Шаломчик хаты, ёп! Начало января, Ташкент. С вами снова Алкей. Слушай, говорят, что снежная зима, солнце, жара и нету снега. Точно знаю, что будет классный снежок, который я очень хочу вам показать. Поэтому давай, я приглашаю тебя в замечательный город Ташкент, перевалочный пункт, чтобы попасть в Амирсой. Здравствуйте. Народ отходит от праздника, кто-то ходит по прямой, кто-то вот так, вот какой-то мужчина за моей спиной. Ну, как можно его осуждать? Живем один раз, надо кайфовать, балдеть. Именно поэтому я здесь сейчас с вами, друзья мои. Агатате, я сейчас в оте. Для всех как Дидье Дрогба. Мое бытие добра, всем добра, рядом братья. Такая экспозиция. На самом деле, пока не буду утрировать. Местами, да, бывают такие моменты, но в целом замечательный солнечный город Ташкент. Рядом братья. Ее бра, ее объятия. Что-то не так, так стать я ладья. На этой доске иду спать я без понятия, что приснится во сне. Хорошо, там где нас нет, нет. Хорошо, где вас нет. Продолжается обзор скопления мусора. От моего отеля до ближайшего метро показывало около 2-3 километров. Не близко, но такая погода замечательная, что можно даже в шортиках прогуляться. Обещаю. Начало января, а здесь такое пекло. Наверное, все мои слова будут закрыты шумом транспорта вот этого. Здесь и дорога, и железная дорога. Я выбрал лучшее место для того, чтобы поговорить с вами, друзья мои. Старшее поколение еще говорит на русском языке. Молодежи все сложнее это дается. Приходится объясняться на эсперанто, то есть на пальцах. Вопрос с логистикой, как добираться до Амирсой, остается открытым. На данный момент самый рабочий вариант – это такси. $20 в один конец, 20 плюс 20 равно 50. Самое главное, чтобы был снег, хороший склон. Тогда все будет просто замечательно. Я думаю, что так и все и будет. Здравствуйте. Крыса, у вас есть не холодная вода такая? Холодная? Не холодная. Это я с холодильника. Только такая, да? Отключит холодильник. А? Отключит холодильник. Отключен? Да, да. Вот да. Это холодная. Ну ладно. Что это стоит? 3000. Давай, Алкей, заряжай. Долларов? Долларов. Чтобы в метро, на метро попасть. Любой автобус. Любой, да? Да, да. Спасибо. Как сказать спасибо? Рахмет? Рахмат. Рахмат, ага. Все, Рахмат, до свидания. Здравствуйте. Сколько стоит, я не знаю. 1400. Турист. Из Минска. Белорусский. На свадьбе нет. Не понял, еще раз. На свадьбе нет. А, нет. Спасибо. Я белорусский работаю. Сына мой. Серьезно? А, где-то отвернулся от веры. Я рассчитывал, что это все мне заменит. На кайфах двигался сотнями девок, но был на дне уже. В самом деле, думал, что много думаю, забыл давать отчет себе. Потерял отца поздно, наладить отношения. Бросил курить дурь, любимая спасла дур всяких. Братья спасли от пуль. Добрый день, а я хочу поехать в Амирсой. А нету, на этого Максим Горки, до Казалкента. С Казалкента туда. А прямых нет маршруток? Нету. Через Максим Горки, пересадка, два пересадки. С Казалкента до Чимгана. Тяжеловато, да? Либо такси, да? Да, да. А такси, ой, сорвляй, как она есть. Рахмат, спасибо. Маршрут лучше. Ну, конечно, спасибо. Да, со сноубордом в метро, маршрут, пересадка.
это жесть. Это факт, чувак. Несу свой факт, fuck you lucky man. Чистый интеллект, никакой магии. Признал акс-эффект, пытелки липнут, будто принцы Англии. Это ангелы вокруг меня спасают. Я читал Евангелие, не только эти самые изучаю. Я заработал весь авторитет, когда не было бабла на пачку сигарет. Рядом всегда были секс, смех и смерть. А я просто сидел и писал свой куплет. Станция называется Master Killick. Первая остановка метро. Нас не обманули, с метро, как написано в интернете, уступает только московскому метро. Действительно, очень красивые станции, каждая очень уникальна. Как и наши белорусские, конечно. Осторожно, двери разочиняются. Наше минское метро, One Love. Проезд 1400 сом, метро большое, три линии метро, по-моему, там 20 с копейками станций. Заселился на окраине, в каком-то относительном гетто, наверное, поэтому там где-то мусор, туда-сюда. Здесь картина совсем другая, все аккуратно, чисто, играть какая-то музычка, концерт. Узнаю старые нотки, старая добрая каста. И нашим пацанам посвящается, все случается, от этого не зарекаются. Хотя нет, скорее какие-то черные глаза. Фонтанчики на зиму приглушены, разумно. Там какое-то правительственное здание крутое. Здесь наши буслики белорусские. Станция Master Killick. То ли парк, то ли что. Пойду поинтересуюсь у полицейского. Интересно, что. Кто твой флагман? Я сам не верю иногда своим фактам. Как-то вверху кажет фаланг. Грех это культная сланга. Путь наш весь как планка. Сегодня в основе, завтра ты банк. Черно-бело, горько сладко. Что ты сделал бесплатно? Только шалость. Я все понимаю. Люди всегда хотят баловаться. До 18 после. Ты взрослый и сам хочешь высказать тост. Не могло обойтись без приключений. Вы это знаете лучше, чем я. Вот там вот целая тусовка спецслужб. Сейчас буду идти рассказывать вам историю моей жизни. Так, Рокфор, на запах сыра. Иду на запах плова. Здравствуйте. А что за праздник у вас сегодня? А, это Новый год сейчас отмечают, да? То есть с 31 до сих пор? Классно. А что здесь за хлеб у вас? Это просто хлеб? Хот-дог. 15 тысяч. Давайте попробуем. Кофе? Да. Не, наверное, знает. Хотя давайте кофе, чего уж там. Гулять-то гулять. Вы откуда? Из Минска. Очень легко ошибиться в столько нулей. Это 50 тысяч. Новый год есть, а снега нету, да? Да. А что, первый раз сюда шли? Да, да, первый раз, первый день. Из метро только вышел, сразу сюда пришел. Метро у вас, конечно, очень красивое. Город еще не видел пока. Вот сразу сюда вышел подкрепиться. На музыку шел. И на запах еды. Плов наш покушать. Обязательно, конечно. Узбекский плов. Знаете где? Центр плов. Да, центр плов. Пять такой большие-большие казани. Mm-hmm. Разный плов там. Наш плов мы не тот поднимаем. Это вот спиц, девушка, там вообще. Это у нас люди гастроприют. Все одинаковые. Корейцы, русские. Мы с ними даже дружим. Даже русские. Не хочу. Не будем ругаться, понимаешь? Нам не надо. Не конфликтные. Да. Там кофе, да, брат? Чай? Да, да, кофе. Туда пойду. Большое Коп. Рахмат вам. Как вас зовут? Олег. Меня зовут Дильзот Бек. Вот. Очень приятно. Очень приятно. Хоп, окей, давайте. Хоп. Спасибо. Давай. Это ты, мой друг, разбойник Ташкент. Вникай в слова и уважай басяцкий акцент. Не переключай, я продолжаю читать. В твоем афоне рэпа нашего печать. Ближний свет фар освещает нам путь. Разговоры о том, о сём не дают уснуть. Вот она, настоящая гангстер-кар. Гангстер-мобиль. Здесь даже экзибит бы ничего уже не сделал. Даже страшно представить, что видели эти кресла. Что на них могло происходить. Это просто кайф, на такой тачке прокатиться. Просто мечта. Это ТТ, я походу говорил. Но чтоб ты не забыл, я взял да повторил. И если чё, Бог даст, и всё пойдёт по плану. Встречай альбом столичный из Узбекистана. Сейчас перешёл пешеходный переход на дороге. И сзади меня идёт мужик, слышу такой трёхэтажный. Мат, оказывается, тачка ехала, ему ногу переехала. То есть, блин, это мог бы быть я, как говорится. Напьёшься будешь. Гостиница «Узбекистан», там должна быть остановка для туристического автобуса, а здесь парк национального какого-то исторического персонажа Узбекистана. Айнит идет, битларам хам, сути ты я шаши мунге берады там, пуля гендер, хар бар кадам, купроку очмана ишта хам, массы. Так, вот мой автобус, надо на него успеть. Надо успеть, надо успеть, надо успеть. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!
Мы рады приветствовать вас на борту нашего туристического автобуса. Сегодня во время экскурсии вы познакомитесь с нашим городом, его достопримечательностями, его историей, которая насчитывает 2200 лет. Ichim oq, afsus yoshlikdan bo'lmagan bunaqa biroq. Esda kunlar bo'lgim kelar ulardan yiroq. Nima cholagan mana gunohga qo'l urmoq. Yo'qchilik zo'rlar pullarni tezroq ko'tarmoq. Shunga eshitgin kelmasa ham cho'zilar quloq. Ishlab bo'lsa kir, balki yashirar tirnoq. Bilib buni ko'nglim bilan bo'lasan maynoq. Вот она, местная Бурдж-Халифа, телестанция. 375 метров, она против телестанции. Мемориал жертвам загубленных несчастных людей во время сталинских репрессий. В каждой стране Советского Союза такого не хочется сказать добра, потому что это не добро, но, к сожалению, такого хватает. Что-то типа наших куропаток, только разница налицо. Когда люди признают и ценят, когда, к сожалению, ломают кресты. Ishtilar ko'chalarda mani otdim To'xtamas mani ijodim O'zgarmagan orzuga oqibatim Mas May the memory of those who have fallen for freedom of the country live forever. Да, лучше не скажешь. Горы, завтра поеду снимать. Смотрите, жизни такого не было, чтобы горы были видны отсюда. Do'xtir, hayron qolma hamma narsa joyida. O'sha mashina lekin chiqadi endi soyida. Tonirovka tortilgan koinotda o'ynadi. Har tomonga sochadi nurlar, yangi farlar. Buferlar chiqazadi toza xuddi studiyada. Mashinani yoqadi tugma, faso kemadi. Aquaprint, salonli san'at asarida. Qatga qaramasin ham tushunding. Sende Oldan tongeche polney navarot O'tirganda tushunasan nima degani komfort Daraja yuqorida shunkala birinchi so'z Bamperli turadi burguda xuddi bo'lsa qanot Rulli dablo qilinadi shundoq Автотюнинг хизмати, хавотирламагин, бро. Два часа на туристическом автобусе пролетели моментально. Но я бы не сказал, что мы прям что-то очень-очень много крутого увидели. Несколько классных, знатных мест. Ну, в целом нормально. Больше уже и не хотелось, на самом деле. Вечерний Ташкент, по фристайлу просто иду. Пахнет свечами. Рождество как бы намечается, да, на днях. А это, кажется, я прохожу возле церкви. Шел-шел и набрел на какой-то такой немаленький храм. Самое время продолжить мою увлекательную историю. Приземлился я на дроне, начал собираться, думал, ладно, надо капсуле сюда. Парень такой, не-не-не, подожди. Подошел еще один, потом еще один, представитель каких-то спецслужб. В общем, собрались, как в анекдот, пятеро полицейских, трое чекистов, решая судьбу белорусского пацана. Все это дело затянулось. После обещанных 5 минут прошло еще 5, плюс 5, плюс 5, плюс 10. И в итоге, среди всей этой тусовки должен был появиться тот самый главный. И кто бы вы думали, кем должен быть человек? Человек решала полицейских, местный гопник, ГБшник, либо четвертый вариант ответа. Правильно, конечно же, неназванный вариант ответа. И этим важным, самым важным человеком в городе Ташкент, который должен был и решил мою судьбу, оказался, кто бы вы могли подумать, участковый. Участковый не мог прийти один, пришел с подкреплением еще с двух легавых, собрал я такой ментовской офис вокруг себя. Я им сразу сказал, ребята, вы меня можете расстрелять, но живи Беларусь. Каждому новому, кто приходил, нужно было услышать от меня эту историю, как я взлетел, приземлился и меня повязали. Смотрели, где, что, чего, а я пока стоял, ждал. Быстренько открыл сумку, где был дрон, легким движением руки достал карту памяти. А то, что сохранилось на телефоне, быстренько взял и удалил. Поэтому, когда пацаны пришли, сказали, ну что, выкладывай, что там у тебя есть, показывай. Оказался чист, пообщался, они меня отпустили, отдали дрон, все отдали. Скажу одно, очень приветливые, вежливые, адекватные люди. Походу, это зелененький, это базар, можно купить всякие ништячки. Настолько актуально уже. И готовиться к катке, крутить крепы. Завтра будет хорошая каточка. Так что пожелайте мне удачи, ребята. Пусть это видео будет специально для вас. Дякую великий, что доглядели это видео до конца. Мы будем рады подписке, подобайте и расшару. Зритель, спасибо. Теперь через тебя назову я сына. Мамбоком синь-кинь. Танат кирьюнь-кинь. Мамбоком синь-кинь. Мам на кирдюшки, мам по, мам на, мам по, мам на.